В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, которые позволят, я так думаю, что позволят мне все-таки отыскать эти книги, они будут возвращены в архив. Ну, а зацепки-то все-таки есть? Ну, давайте мы сейчас не вызовем это обсуждать. Это все является тайным проектом следствия. Слава Михайловна, тогда поделитесь, пожалуйста, итогами расследования дела. Оно передано в суд, насколько мы понимаем. Да, оно направлено в суд, рассмотрение по существу. 28 года. Скажите такой, такой момент. Все-таки как удалось выйти на Полынина? И сам он, как сейчас отрицает, признает свою вину, сотрудничает ли он со следствием? Установить лицо стало возможно благодаря умелым действиям сотрудников ФСБ. И в настоящее время Волынин благотворно сотрудничал с органами предварительного следствия и не отрицает своей виновности абсолютно. Я думаю, что в любом случае суд решит это дальнейшую судьбу. Все-таки можно еще раз, много раз об этом говорилось, но можно еще раз повторить вот эту версию о том, как он совершал это хищение, куда он шел, куда он относил эти деньги, как он их забирал, куда продавал? Ну, вы знаете, такие тонкости как бы я не буду сейчас озвучивать здесь, потому что они будут все у нас в суде.